Наконец-таки тайных детей Мирошниченко вывели из тени. О наследниках проговорился друг покойной артистки. Ирина Мирошниченко при жизни так и не стала мамой, о чем страшно жалела. Однако актриса была совсем не одинокая, она успела передать опыт и знания тем, кого считала своими воспитанниками. Покойная звезда «Зимней вишни» выходила на сцену родного МХТ имени Чехова до последнего, пока здоровье окончательно не подкосилось. Именно театру она отдавала всю себя без остатка, рассказал ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Эти стены стали домом для знаменитости, а молодые артисты, которые служили вместе с ней, наследниками, которых она считала словно родных детей. Кроме театра у нее ничего не было, а наши актеры, молодые, не очень, были для нее самыми настоящими детьми. Она все время напрашивалась, на их вечера разговаривала с коллегами, без всякого высокомерия, как с ровесниками, процитировала приятеля Мирошниченко одна из местных газет.